Европа, похоже, видит свет в конце ковидного туннеля. Французские рестораторы готовятся к открытию террас после того, как власти объявили о поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии. С 3 мая жители Франции смогут уезжать от дома дальше, чем на 10 километров. Школьники из колледжей и лицеев смогут перейти на очное обучение. 19 мая в стране заработают непродовольственные магазины, рестораны и кафе, музеи, театры и кинотеатры. Комендантский час будет начинаться в 9 вечера. В Германии вот уже третий день подряд снижается общий уровень заболеваемости COVID-19. Однако среди людей младше 60 лет число инфицированных растет. Санитарные власти Германии сообщили, что в среду прививку от коронавируса сделали более 1 000 000 человек. Это рекорд. Таким образом, в ФРГ на данный момент почти 26% населения получили по меньшей мере один компонент вакцины. Этого недостаточно, отметил глава института Роберта Коха. Все в моем институте рады видеть снижение числа инфицированных. Мы оцениваем информацию и делаем заключения. Однако пока слишком рано говорить о какой-либо тенденции. Тем временем на итальянском острове Прочида полным ходом идет кампания по вакцинации взрослого населения. Власти намерены привить здешних жителей в течение 4 дней. Цель – сделать Прочиду свободной от коронавируса и тем самым привлечь туристов.